Минюст России предлагает расширить список прав и полномочий судебных приставов. Согласно инициативе ведомства, сотрудники ФССП смогут без согласия собственников входить в квартиры с незаконной перепланировкой или установленным газовым оборудованием. Ранее приставы могли войти в квартиру только при условии наличия судебного акта, а также разрешения хозяина жилплощади. Минюст планирует ввести практику принудительных проверок. Вместе с сотрудниками ФССП входить в квартиру смогут работники жилинспекции. На время осмотра жилья за целость и сохранность имущества в помещении будут отвечать судебные приставы.